Вот сейчас вы поймете, что это все абсолютно к нам не имеет никакого малейшего значения. Где-то кто-то когда-то выращивал абрикосы так же, как наша дама, которая стоит на 5-6 сантиметрах, да? Вот. Посаженные глубоко, без учета корневой шейки. Садятся, как правило, если посадили, то сеянец, то целиком. Корни, естественно, изувечены. С этого момента посаженное дерево, с этого момента, если не отрезать верхнюю половину кроны, становится одно из одного калека, из миллиона миллион калек. То есть уже вот таким путем внизу заглубление и вверху не было отрезано, а искалеченные корни не могут обеспечить. Вот и получается слово жизнестойкость абрикоса. Какая теперь? Вот эти ошибки, они повторялись из года в год, десятилетия. И сейчас так преподают в академиях. Вспомните этих злосчастных Тимирязева, которые решили, что хамством можно победить Железовых, братьев Железовых. Хамством. Вот. И вот получается, давайте сейчас почитаем. Это очень важно, ребята. Это важно. Мы же хотим иметь абрикосы. Вы сейчас увидите цифры, что даже не поверите. Вы же знаете, до 40 градусов абрикосы у меня плодоносят, а больше 40, ну, пропускают урожай. Бог с ними. Кстати, больше боятся не мороза, а заморозка весенних. Во время цветения. Вот это страшно. Ну что, за стулья держитесь? В теплом климате абрикосы живут до 100 лет. Ну, у меня в Сибири 100 лет не живут. Я вынужден 30-35 лет их выпиливать, потому что они уже такие калеки, что уже стыдно. Но они перед этим мне давали десятки, а то и сотни ведер. Я им очень благодарен. То есть они окупили себя тысячекратно. И вот после до 100 лет, самое главное читаю, Польше 5-10 лет. А что там, холодно, что ли? Теплом достали. Ну, может быть, имелось в виду теплая Италия, Испания, а? А Польша 5-10 лет. А я уверен, что они живут 50, потому что садят коллег. Не обрезают, ну, все, что я говорил. На Украине можно встретить более долговечно. А чем Украина лучше Польши? У большинства разновидностей деревья выдерживают, держите за стулья, морозы минус 20-25. Некоторые разновидности до 30. Бутоны промерзают от 16 до 21. Если бутоны 16-21 промерзают, то какая хрен разница до минус 30, если все равно плодов не будет, зачем тогда они нужны? Сортов более выносливых на мороз почти нет. Вот автор этого самого, а ведь это же не просто, это сайт. Он что, понять, он не знает про это. Это то есть так же, как было, когда крупнейший журнал написал статью, и она называлась «Абрикосовые парадоксы». Меня удивило то, что лучшая коллекция абрикосов в Хакасии и юге Красноярского края. А в статье есть обо всем, кроме нас. То есть люди не интересуется, а что творится-то, что случилось последние 10-20-30 лет. И вот и получается, 16-21 раз промерзают, минус 20 шансов 0. А где у нас такая погода бывает? Тут как-то несколько лет назад в Крыму была минус 30, юг Украины был минус 30. Я прекрасно помню, лет 5-10 назад, вот, показывает сюжет, идет корреспондент, рядом идет этот самый агроном садоводческого крупного хозяйства, ну, бывший колхоз. Вот. И рассказывают, половину этих персиков садов погибло, половину там грушевых погибло, а у них было минус 30, а где-то на уровне почвы чуть ли не до 40. Понятно, все погибло. Какие шансы у абрикоса? Вот. А у нас шансы есть. Видите, в чем дело? Значит, остается только менять технологию. Так, теперь.
Вот я кое-что пропускаю, да? Вот температура минус 2, минус 1, минус 2, развитые цветы гибнут. То есть зацвела, а минус 1, минус 2 мертвая. Тоже неправда. Значит, есть такой, я вынужден это говорить. Это я не себе, даже ребята не вам говорю, вы все это знаете. Может, кроме нескольких новичков, которые попадаются. Я говорю для ученых. Ребята, если сам Ваулин, директор института, надеюсь, уже не его, а уже директор, который написал и который подтвердил наш общий друг, разговаривая с ним, вот, не мы-то, наш общий друг, что он сказал, что в одном случае написано было, в одном случае было сказано, в другом написано, минус 7, минус 8 выдерживает. Не 1, 2. Мы уже до этого дошли. Караул, заметьте нас. У нас будут абрикосы везде расти. Помните, в самом начале я вот это же показал фотографию. Королевский, Франция. Да, вернулся в Европу. Но уже из Сибири вернулся. И все эти сказки, что после Сибири они все померзнут в Европе. Не померзнут, а просто погибнут. Какие сказки, какие глупости. Чего он за 20-30 лет генетически так изменится? Не за 20-30 миллионов лет, что возврата нет. А за 20-30 лет что с ним случилось-то? Генетика при нем. Добавили немножко морозостойкости за счет прививок. Но насыщение ментора помечули. Ничего не придумал. Насыщение ментора. Вот видите, сколько я наговорил. Ну а дальше все. Даже уже. Вот уже не хочу дальше комментировать. Ой, абрикос в Японии. Ну, еще только нам японский осталось выучить. Все, проехали.